Пока ты еще не ушла в дебри вот этого магазина. Привет. Привет. Ты, кстати, классно выглядишь. Слушай, а ну можешь чуть отвлечься? Да я за тобой же наблюдаю, не знаю, минут 10, наверное. Это произошло. Ну, я так вот в окрестностях наблюдаю. Просто смотри, у меня есть важное дело к тебе. Прям у тебя дело всей жизни. Давай вот буквально секунду выйдем, просто здесь не очень удобно среди женских шмоток общаться. Согласись. Я тебя сейчас отпущу. Не настроена сейчас общаться. А что такое? Не настроена магазин. Не, я понял, ну как бы классные рыжие парни же не просто так появляются в твоей жизни. Ну, они как бы посылаются, наверное, для чего-то. Тем более, тебя это ни к чему не обязывает. Давай вот буквально на секунду выскочим в коридор. Ну не могу я здесь, мне реально некомфортно здесь. Да, я так подошел, как будто тебе очень комфортно, как будто ты меня 100 лет знаешь. Ну слушай, ну а как еще-то, подожди. Не знаю. Ну я просто не могу среди женских, вот женских вещей, и меня вот... Я себя чувствую не в своей тарелке, как будто, блин... Да, я прям в небо буду проходить, как женские вещи. Я вот прям вот сейчас буквально секунду у тебя времени займу. А как тебя зовут? Хорош угорать, ты что все время угораешь, подожди. Стой, сейчас, я что тебя насмешил. Бывает такое, представляешь, идешь вот мимо, я как было, я увидел тебя. Думаю, блин, классная девушка. Я не могу объяснить как бы физиологически или там логически, то есть... Раз и прям хочется, вот, что-то обуял меня, решил подойти пообщаться. Может, сейчас это все наркотики, надо завязывать, да, если... Да, да, кислую в пятку колись, короче, и у меня такие позывы. Как тебя зовут? Мария. Мария, то есть Маша. То есть практически как меня, да? Меня, кстати, зовут Вова. Вова. Машечка, можно за руку здороваться? У нас в России так принято. Да? Ну, в маске все, свои волосы просто поедаешь сейчас. Деловыми людьми так. Была женщина такая в Индии, которая поедала свои волосы, да, постоянно так вот, ну, она нервничала или что там, она вот так все время делала. Не, я не поедаю волосы. И ее потом вскрыли, она умерла, короче, да, ну, не дай бог. Вскрыли желудок, а там, короче, представляешь, такая фигня, что у нее это, комок прям из волос был. Машечка, я сейчас тебя пущу, ты не переживай, но иногда, представляешь, вот... День должен заканчиваться не как обычно. У меня руки замерзли, можешь погреть. Да, просто. А сейчас он у тебя... Не, вторую ручку. Сейчас он у тебя заканчивается, получается, как обычно, потому что ты меня пытаешься как-то вот проигнорить, там, не знаю. То есть прикол в чем, что, ну, вот если бы не я, то, по сути дела, ты бы ковырялась дальше в вещах, пошла бы потом домой. Сколько тебе лет? Ну, я тебе как бы и не предлагаю сегодня в ЗАГС сразу идти. Лет, в ЗАГС еще рано, мы с тобой в понедельник пойдем, там сегодня выходной. Может, и досье еще предоставить? Не, мне интересно просто, понимаешь, я сейчас... Я стара. Как мир? Я стара для вас, конечно. Подожди, не, мы сейчас... Я сейчас как бы ничего особо 25. Не хочу. Офигеть, а мне 30. Ты представляешь? То есть, как бы, понимаешь, если ты для меня стара, то сколько надо там, чтобы было? 19. У меня, кстати, все работает, несмотря на то, что мне 30, у меня там все функционирует. Машечка, смотри, я почему как бы, офигеть, у тебя с клыком сумка такая, знаешь, не с металли, это для самообороны, если гопники нападут, ты прям вытаскиваешь, короче, начинаешь херать. Это продумано. Если смотри, а, не, не про гопник, если я тяну время, значит, есть почему, да? То есть, вот, ты такая светлая девушка, то есть, ну, тебя смотришь, да, и как бы вот у тебя прям такие эти... Лучистое лицо. Не, ну вот мне так кажется. То есть, ты смотришь вот так вот. Может, я злая очень. Не, ну может ты злая, но со мной ты добрая сейчас. То есть у меня, кстати, тоже иногда бывает ПМС. Да? Да. Поэтому ты. Я тебя прекрасно понимаю. Машечка, смотри, а давай так сделаем. Я не буду себя навязывать там, да, то есть ни в коем случае. Есть какая-то груша. У меня друг, когда видит такие вещи, ему хочется вот так вот сделать обычно. Я не буду себя навязывать, просто я думаю, что есть смысл пообщаться как-нибудь, выпить чай. Мне кажется, это классная идея. Ни в коем случае там как бы ни секс, там ни что-то еще. То есть, тебе как бы никто не даст, в принципе, да, я уже об этом, хотя нет, еще не говорил. Хорошо, мы просто, мне кажется, интересно.
Тем более не просто так, поверь мне, я вот не вот тебе прям подхожу, там каждый второй, я так каждый третий подхожу. И просто вот, ну, не может быть такого, что такая хорошая вроде вот добрая, с красными рукавами женщина. Красные рукава это просто. Это нечто. Давай как-нибудь на недельке пересечемся, чай попьем. Я думаю, что это хорошая идея. Тем более, смотри, 25, но это же не 35. Хотя мне нравятся женщины в районе 30, потому что с ними как бы помимо, ну там, помимо банальных каких-то там вещей, типа секса, что-то еще там с ними еще и поговорить можно. А это важно. И еще важно, когда можно помолчать. То есть, представляешь, когда ты сидишь на свидании, так вот голову положил на человека, и молчишь, и вам обоим хорошо. Бывает. Машечка, ты помнишь, да, что меня Вова зовут? То есть нет смысла запоминать мое имя. Просто у меня для этого есть определенные... У меня муж и трое детей. А у меня, кстати, тоже муж и трое детей. Подожди, ну смотри, во-первых, мне это неинтересно. Во-вторых, ну мы же как бы с тобой будем просто общаться, поэтому муж здесь ни при чем. Думаю так. И в-третьих, у тебя очень позитивный нос такой. Нос? Да, он вообще он невероятный. Подожди, стой. Это вот сейчас очень важно. Сейчас, стой. Очень важно к нему... Стой, Машечка, не впадай в истерику. Очень важно к нему прикоснуться, то есть это вот... Сейчас, стой, это просто культ. Не-не-не, сейчас. И вот поверь мне, твой день настолько будет потом заряжен позитивом после этого. Машечка, давай, вот смотри, это важно. Не-не-не, вот сейчас расслабься, иногда нужно делать какие-то вещи. Не, просто иногда нужно делать вещи какие-то, которые тебя заряжают позитивом. То есть вот если прикоснуться носами, то вся позитивная энергия, она обычно переходит. Значит, есть... А, кстати, смотри, дельфин. Смотри, дельфин. Есть каждый человек свое пространство. И можно его как бы... Нельзя его... Я знаю, это чревато. Это уголовно наказуемо, вообще говоря, когда нарушаешь пространство. В Америке я бы могла подать на тебя в суд. Да, ты бы сказал, что я сексуально домогаюсь на тебя, да? Но это в Америке. Слава богу, мы не в Америке живем, а в России. Ну, мне кажется, мы с тобой найдем общий язык. Смотри, я не буду тебя задерживать сильно, да? То есть, хотя так хочется тебя задержать. Я уже это слышу очень долго. Не, а почему я тебя не отпускаю? Потому что, конечно, человеком приятно, да? То есть, не хочется, так сказать, ну, отпускать его не хочется. То есть, вот держишься, вот я сейчас держусь, я понимаю, что даже ручки вспотели, да? У тебя. Ну не у меня же. Вот, я сейчас держусь, и мне вот так вот хорошо. Офигеть. Ладно, Машечка, давай телефон, я тебе там, может быть, день в пятницу позвоню. Если ты, конечно, до этого времени не выйдешь замуж и меня не забудешь. У меня аж уже есть муж. Ну еще раз выйдешь замуж, какая разница. Просто я, получается, что я в понедельник улетаю и буду здесь, в Москве, где-то в пятницу. Ну мы можем увидеться. Офигеть. А все-таки нос это очень важная составляющая. Не, серьезно. Ну на прощание мы все равно будем вынуждены это сделать, потому что никуда не деться. Давай я номер запишу. Я пространство. Не нарушаю. Ни в коем случае. Просто вот максимум это держаться за ручки и обниматься. То есть когда мы увидимся, будем пить чай. Я буду это делать кучу приятных штук всяких, там массаж руки, что-нибудь еще как там будет. Я массажист в том числе. Вот. И будем обниматься. Это очень приятно. То есть задействован сердечный центр, сердечная чакра. И когда ты прикасаешься к человеку, то вот прям... Ну, образно говоря, оба получают такие положительные, офигенные эмоции. Ты от меня почему-то отошла. Личное пространство. Да я ни в коем случае... Идет сейчас, да? Идет, конечно. Уже можешь по дороге, я в суд. Да. Давай ты запишешь телефончик с вами. Ты сможешь это сделать? Нет. То есть руки еще помнят, да, как нажимать на кнопку? У тебя, кстати, такие мужские часы. Или они мужские, или они женские, но они почти как мужские. Они крупные. Опять ты про секс, кстати. Машечка, давай так. Ну, беру тебя, ты мне еще скинешь, как себя ВКонтакте посмотреть, потому что это очень важно. Важно. Да, вот я наберу тебя и звоню тебе. Если ты посмотришь ВКонтакте, то тогда... Ну что, ты там толстая, что ли, или что, подожди?
Конечно. А записывай, кстати, как меня зовут. Вова. Не, ну там, ну и все, я тебя отпускаю после этого, обещаю. Давай, пиши, Вова. Только, ну, сразу не сохраняй, то есть там еще пробел надо поставить. Ты офигенно пахнешь просто, невероятно. Пикап какой-то, а? Нет, не. Меня не взяли, поспорим, кстати, не, меня... с другом. Да, поспорил с другом, на твою песню там делать. Пиши Вова. Пиши пробел. 23. Потом русскую S. Ты мне диктуешь, как тебе ВКонтакте найти? Да, S. А, С, да, и М, точка, М, и точка, не, С, М, точку ставь, все, сохрани. 23 сантиметра? Машечка, куда? Хорош угорать, я сам застеснялся даже. Смотри. Я прям почувствовала на минуту блондинкой, потому что я сразу не понимаю, ты же блондинка, что, о чем я вообще пишу. У тебя, правда, корни видно, но темненькие, но это не страшно. Итак, Машечка, а ты оказалась на редкость позитивной женщиной такой прям. Женщина. Мне кажется, ну ты же изначально ты женщина. Подожди, а как ты? Мужчина? Девушка. Не, ну понятно, что ты девушка, 25 лет, какая у тебя женщина. Ты еще и готовить, наверное, не умеешь, да? И как бы, как правило, в этом возрасте не особо сильный сексуальный опыт, ну и не особо хорошее мастерство в плане готовки. Вот. И, ну, с другой стороны, ничего, сгодишься. Давай, я пойду, потому что я уже и твое... Тихо-тихо, мы прощаемся. Я уже и твое время сейчас, и свое кучу... Не-не-не, мы просто прощаемся. Было бы немало. Сейчас, я могу, так, меня тоже можно обнимать. Вот, Маша, тебе офигительного шопинга. Вот искренне тебе вот всего хорошего в жизни. И я надеюсь, что мы с тобой еще увидимся, чай попьем. Все, давай, пока-пока.